что-то подключено где-то еще рядом. Кто-нибудь? Не знаю. Обычно фонит, когда... Может, кто-то еще включится? Нет. У меня Wi-Fi. Все тебя же не может. Не просто бы это. Молчим. Тут все со звуком. Ты, она перестал фонить? Я не знаю. А давай погромче сделаем еще что раз. Что она там пишет? Ничего не пишет. Ну-ка. Я же ничего такого не сказала. Ты и молчи-ка, пока будет игра. Главное. Так. Нормально? Или мне кажется, горизонт чуть-чуть. Заломон. Ну, что-то... Нормально? Да. Только весь все поле охватывает. Да. Сделать можешь послабже? Или нормально? Я а вот здесь бровку не видно, кстати. Видишь? Ну, почти не видно. А ну я давай поблизилой как надо, чтобы было видно. Да не, ну тогда не поместимся. Почему? Как я же встану, что уж я такая прям встала. Вот. Вот мне хорошо стоит. Давай. Вот. Ну, все. Да это максимум. Так. Я готова, снимайте меня. Вот, это. Веер взял. Вот. Вроде нормально. Не туго видеть. Так, а то есть можно видеть? Туго. Да, сделай мне легче. На YouTube можете кто-нибудь зайти, писать трансляцию, как идет? Только в номер а только на Wi-Fi? Да, вот так лучше. Это платье? Нет, это туника. Я говорю, сзади смотришь, вроде платье. Да, спереди кофта, ага. Я вспомнила, что веер есть, писали двух с собой веер взяли. Она и вратарь побольше, чем я. А вратаря не полагаю. Да. Не говорите детям, сколько им лет. Мне кажется, это психологический барьер. Смотрели там? Моему я. Идет? Тоже нет. Виктор, вы какого, 10-го года или 11-го? Я все-таки, наверное, 12-го. Сегодня исполнилось. Сколько празднуем? Сколько лет? 9? Скоро юбилей. А уже идет, да, трансляция? Так, мне предупредили громко не кричать. Уже идет трансляция? Каким-то блеском намазалась, да? Я этим от ожога. Надо медленно, наверное, вращать.
сначала гости, да. Давай нашу пятерку. Вон перчатки. А, тебе, вот у меня белые лежат вон там. Но это не маленькие тебе будут, померяй. Саша. Ну и ладно. Я также ласта провала. Его. Нормально еще? Я брала на свою руку. На ютубе же только наши смотрят, эти же не смотрят. Только уже своих снимаю я. Это я поняла, да, но я имею в виду, что я, этих я по остаточному, в принципе, снимаю. Болельщики больше готовы. Вау, хоть какой-то выход в свет. Последнего все добиваем. Единственное место, куда можно выйти, да? Стрикс-класс. Хорошо? И на построение. Мечи, ребят, места убираем. Всем привет. Это видеоблог. Давай, давай.
Саша, Саша, за ворота. Не знаю, так сказали. Ну, чтобы не бегать за ним, если что, если улетит. У вас это, опахать? Интересно, что там написано 2000? Поворачиваемся туда. Давай.
быстро очень бегут, очень быстро забирают мяч и бегут. Нет. Молодец. Давай, давай быстрее открывай. Лёх. Сказал ему 12 сегодня. Крупный ребенок. Вообще круто отбил. Спасает, вообще круто. Болит. Игорь что-то там. Давайте чуть-чуть только подвигаться немного и все, и сразу.
Молодец. Очень хорошо. Держи, Сигарян, давай. Россия, давай, гол забивай! Россия! Быстрее, с мячом просто работайте. Когда борьба, выставляйте руку. Это поможет вам вести борьбу удачно. Надо собраться. Артур, смотри как. Что сделал? Ты, ну прям толкнула его сильно. Артура? Артура. Я вообще сильно, вот этот вот огромный, в два раза выше его. Смотри, что делает. Игрокам! 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 Игрокам!
нравится. Да, ему самый большой, самый маленький даст. Пипец вообще. Отрыв! Хорош, подзад играет. С ними аккуратненько надо, видим. Чё, в линию встали? Лё! Меняйте, бат, меняйте! Лё. Вот, да, меняйте, всё правильно, всё, пробуйте так, всё! Пробуйте, меняйте! Ещё раз! Ещё раз смену!
такое чувство, что лучше показывается. Ты не странный. Вначале чуть не разобрался, потом вот, вот поставь вот так вот, хорошо? Так держать. Подсказывай, меняйтесь позициями. Вот-вот-вот здесь иди, вот здесь стакан. Здесь стакан. Здесь стакан, да. Кому дать сюда? Кому? Аккуратнее чуть-чуть. Я была линия свободна. Открываться кто будет?
свободный, что ты назад, блядь? Давай до конца. Ой, все, пошла. Он вообще, он просто, его надо вообще удалять с поля. Он Игорь покалечил. Красную ему надо. Эй, кто из полки? Вообще, что ли, уже? Не-не-не-не-не. Просто уже, ну, Вячеслав, второй, он третий раз, он этого Артура, знаешь, как вон там он толкал? Артур в два раза ниже его. Маму, иди с камерой, мама. Маму, с камерой. Встань отсюда, вот туда встань. Надо игрой доказывать, ребят. Лёва! А он всех сокращает. Вообще, ты вообще охренел, что ли? Давай, 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 они злятся уже, хорошо. Оттуда что? Открывание!
Ну открывание, что стоим-то пером? Ярослав, давай, 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 молодец! Давай нас тут вперед дергай! Во! Во, давай! Во! Во, ты чё? Нормально, нормально, еще раз дергай! Наши очень хорошо выглядят, по сравнению с такими лбами. Просто какой-то ужас. Мне вот этих мальчишек надо убрать, за ними не видно ворота. Вообще, что ли, охренели? Как сказать удалить с поля, пан? Чего они такие агрессивные? Туда. Как удалить с поля? 13-14 лет, оказывается. Удалить с поля. Как удалить с поля? Эй, синий мяч! Можно я вам скажу пару ласков? Вот там тренер. Это вообще трендец, конечно. Just fun game. Сказали самых маленьких привезти. Привел. Я своему скажу, а то мой вообще не Not okay. Fine. It's okay.